С вами Алексей. Сегодня мы начали прогулку и поиски на себе уже постоянного жилья. Также мы ищем специально для наших подписчиков выгодные обменники. Мимо проходя, нашли какой-то храм, так как мы очень плохо ориентируемся в городе, не знаем, где он находится. Всегда предстоит перейти улицу. Очень интересно иногда наблюдать, потому что вот просто прям толпой пересекают, пока нет никого. Нашли автомат, где можно измерить свой вес. Так. 1 бат всего стоит. Ну, вставай, да? Я должен, чтобы у меня было 177 сантиметров. Нет, для тебя ты смотришь по своему росту и должен какой быть вес. А. Нормально, я укладываюсь. Угу. Чего? Это минимум, а это максимум. То есть вот в эти рамки я должен уложиться. 63 я укладываю. Посмотрим, сколько будет через месяц у меня вес. Гуляли, переходили. Не верьте точкам, которые указаны в MapsMe. Они не всегда корректные. Поэтому нам пришлось очень много ходить и ждать. Не привык пока снимать на профессиональную компактную камеру. Я все время снимал только на телефон. Красивые отели, есть где массаж, полагаю. А пока женек ищет, куда нам идти дальше, вот вам красивая заставочка и красивая машинка в кадре. Ну вот мы нашли бич-кондоминиум Чумтен. Пришли мы на ресепшн, и как оказалось, что все жилье, которое сдается в Таиланде, оно сдается через риэлтора. Поэтому найти информацию и связаться напрямую с собственником у вас явно не получится. Хорошая, большая. Угу. Ну, не проветривала просто. О, ничего такое этот. А? А? Ничего такое этот. Да, много. Вот стол мне понравился. Ну. Хороший вид на море. Софабе. Есть диван, который раскладывается, большая кровать. Большой стол, на котором можно работать на компьютере. Большая раковина. Есть холодильник, телевизор, шкаф. Сейчас вам покажу ванную. В общем, во всех новых кондоминиумах это круче. Зато ванна. Там ванна. Немножечко тут такое. Все. Все это немножко, конечно, оборотное, но представляете, угадайте, почем нам ее предлагали. Пишите в комментариях, как только 10 лайков это видео наберет, я вам напишу, за сколько нам ее предложили. Вешалки, конечно, супер. Что порадовало на бичи не только кондиционер, но еще и вентилятор. How much was room? Just a moment. Okay. I want to add my bot. Эта женщина еще нам предложила еще один вариант. Вот он сам видит фотографии. Тоже очень хорошая квартира. Стоимость отличается, поэтому если вам предлагают, обязательно смотрите.
бойцовских. Вон еще. Курицы. Не курит ни мясо, ни... Опасные, они сейчас... Пойдем отсюда. Рядом с Jomtien Beach Condominium мы зашли и Beach 7. Посмотрели там такую квартиру. Очень есть много объявлений внизу. Вот такая вот чистенькая квартира, скорее всего, в ней кто-то живет. Но мы решили идти дальше искать, потому что, ну, зачем останавливаться на одном варианте. Зашли Park Lane, там тоже мы нашли объявление. Также пошли, спросили на ресепшн, нам дали контакт, пришел риэлтор, и мы поднялись наверх. Тоже хорошая квартира, поражает масштабы бассейна, реально большой комплекс, классный. Ну и нам он тоже, мы на нем стали останавливаться, пошли дальше гулять, вот шли на набережную, где поездка с Михайловым.